Официальный статус Ясной Поляны – мемориальный и природный заповедник. А что это значит? Это значит, что природа Ясной Поляны также является музеем, и мы сохраняем природу в том виде, в котором она была при жизни Льва Николаевича Толстого. Поверьте мне, это не менее сложно, чем хранить музейные предметы. И поэтому мы напоминаем всем, что Ясная Поляна – это не парк культуры и отдыха. Мы благодарны нашим посетителям, которые перед прогулкой останавливаются у стенда и изучают правила посещения. Их немного, они простые и логичные. Каждый из нас может помочь сохранить Ясную Поляну. Кстати, такой статус есть не только у Ясной Поляны. Музеями-заповедниками являются и Петергоф, и Павловск, и Кусково, и Спасская Лутовинова, и Карабиха. Здесь также природа является музеем. И входная плата за посещение территории берется. Есть и льготы.